этот день 9 марта родились Тарас Шевченко, поэт, известный своим стихотворным сборником «Кобзарь». Николай Кутейников, знаменитый русский кораблестроитель. Кутейниковы – целая династия российских кораблестроителей. Анатолий Валерьевич участвовал в проектировании первой советской атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Николай Николаевич был одним из создателей «Дельфина», первой настоящей боевой русской субмарины, а его отец Николай Евлампиевич – признанный основатель этой династии. На его счету первые российские мониторы, первый ледокол «Ермак» и первый полноценный броненосец «Петр Великий». Русские успели превзойти как в отношении боевой силы существующих судов, так и в отношении новых способов постройки. Их Петр Великий совершенно свободно может идти в английские порты, так как представляет судно более сильное, чем всякие из собственных наших броненосцев. Это из хвалебной американской прессы. Кутейников старший десятилетиями был главным авторитетом в производстве этих грозных железных машин. Авторитет был подорван трагедией 1904 года на Дальнем Востоке. Броненосец «Петропавловск» был потоплен после взрыва на японской мине. Погибла значительная часть экипажа, а еще известный баталист Верещагин и вице-адмирал Макаров. Возникли обвинения в адрес главного инспектора кораблестроения и автора броненосца Николая Николаевича Кутейникова. Однако комиссия, проведшая расследование, пришла к выводу, что система тщательного обсуждения проектов, утвержденная Кутейниковым, гарантировала отсутствие грубых ошибок. Кутейников был признан невиновным. Но, увы, 60-летний мэтр тяжело пережил судилище. Это и ускорило его уход в иной мир. Также 9 марта родились Вячеслав Молотов, многолетний нарком иностранных дел, фактически правая рука Сталина. Юрий Гагарин, первый космонавт Земли. В этот день, 9 марта 1617 года, между Россией и Швецией был заключен Столбовский мир. Именно тогда Россия потеряла выход к Балтийскому морю. 9 марта 1714 года государь Петр I запретил присваивать звания офицеров дворянам, которые не служили рядовыми. 9 марта 1797 года в Санкт-Петербурге был заложен Михайловский замок, ставший последней резиденцией государя Павла. 9 марта 1937 года в Москве прошла первая в СССР опытная передача электронного телевидения. 9 марта 1953 года в Москве состоялись похороны Иосифа Сталина. В давке погибли сотни людей, пришедшие проститься с вождем. Сотрудник охраны обнаружил Сталина на полу его резиденции утром 1 марта 1953 года. Приехавшие Берия и Маленков сказали, что Сталин спит, и не велели охране тревожить его. Лишь утром 2 марта допущенные к вождю врачи поставили диагноз – паралич правой стороны тела. 4 марта 1953 года было всенародно объявлено о болезни Сталина, по радио передавали сообщения о состоянии здоровья – паралич, потеря сознания, инсульт. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин скончался. Большая часть страны оплакивала свою потерю, но потери продолжились и на похоронах генсека. На траурную процессию съезжались со всей страны. И вот 9 марта в центре Москвы было не протолкнуться. А организация мероприятия оказалась из рук вон плохой. Тысячи людей петляли по узким улочкам, давка усиливалась, расставленные НКВД заграждения из грузовиков только усугубили ситуацию. Характерные воспоминания очевидцев. Меня прижало спиной к чугунной решетке ограды бульвара. Я почувствовала, что вот-вот у меня переломится позвоночник. Наверное, я кричала. Муж моей подруги потянул меня за руку, и мы каким-то чудом вывалились в проход, разрыв в ограде. Толпа напирала, слышались крик и вой. Я случайно оказалась прижата к витрине булочной. Кто-то разбил витрину, и толпа ринулась в булочную. В давке погибло от 127 человек, официальная версия, до 400 и даже нескольких тысяч. 9 марта 1961 года состоялось путешествие в космос собаки Чернушки. Этот полет был тестом техники накануне полета Юрия Гагарина. Вместе с собакой Чернушкой отправился на орбиту и человекоподобный манекен Иван Иванович, как прозвали его работники ЦУПа. Корабль «Восток» был в пути недолго, всего виток вокруг Земли. А приземление вышло не совсем в той точке, какой рассчитывали. Неподалеку от городка Заинск в Татарстане. Один из свидетелей, школьный учитель, вспоминал: «Гляжу, ребятишки бегут большой ватагой. Они мне и закричали: иди, дескать, смотреть, там собачка из космоса прилетела». Собака и космический манекен собрали толпу зевак. Но очень быстро в деревню прибыла спасательная группа и астронавтов забрала. В целом мероприятие было признано успешным. Добро на полет в космос человека Юрия Гагарина было дано. Таким был этот день 9 марта.